Всем привет, с вами Людос, и сегодня мы будем играть в Айзека, но не в обычного, а с модами. Ну, так себе, знаете, мод. Я выбрал арену мод. На самом деле, очень хотел давно с ним поиграть. Я видел у разных ютуберов этот мод. Так, здесь хреновые предметы. Я попытаюсь собрать какой-нибудь имбу. Я, честно, еще не играл. Ну, я посмотрел, что и да как. Так, здесь, наверное, давайте листик возьмем, бессмертие получим. Нож. Конечно, можно было взять полет, но, мне кажется, нож все-таки будет получше. Так, тут-то предметов. Ну, на самом деле, предметы ужас, я возьму грибок. Хоть меньше скорость, но все равно. Ладно, тут больше ничего брать. Так, все. Давайте пока без хард-мода. Ну, я же говорю, я доходил до этого момента, но я не играл так. Опа, босс. Монстра. Это имба. Это имба. Ребята, я имбу собрал. Так. Окей. И что дальше? А кнопку нажать. Окей. Тут, кстати, монетки сердцами падают, так что это в разы проще становится. Правда, постоянно прижимать кнопку не особо. Также пробел у меня не сверхкрутой. А я думал, я убью ножом. Ты, бейся. Уже, кстати, три босса я заметил. Я сначала не обратил на это внимания, но сейчас это отчетливо видно, что у нас уже три босса. Моба еще появляется. Надеюсь... Я просто не помню, чтобы какой-то моб спавнил монстр. Четыре босса. А может и пять, кстати, я это не заметил. Кстати говоря, да, я... А во, я сверху увидел волны. Кстати, тут магазин дали. Нам дали магазин, но я не могу ничего купить, потому что мне не хватает монет. Может быть, блин, это у меня монетка откуда-нибудь. Обидно. Вот я просто лезу под урон. Лезу под слезы. Не надо. Опа, я не знаю, что делать. Нет. Metal plate. У меня не было такого. Это, скорее всего, какая-то броня. Так, посмотрим, ничего нету. Все, я все. Это какая-то другая версия ноги. Да, когда нога умирает, умирают все. Это, кстати, было понятно. Так, стоп. Сердце, почему ты от меня убегаешь? Какое-то тролльское сердце было. Я, честно говоря, не знаю. Я сразу извиняюсь, я не всю его знаю, прям мне кажется, серьезно. Че, у меня гаспен, что ли? Тут столько всякой крови, как я увидел бы его след. Просто. Да ладно, я его убил, так что не попался на след. Ааа, лаги. Это, наверное, будет единственная серия, который я вряд ли буду монтировать. Хотя наверняка тоже смонтирую как-нибудь. Я всегда на записи думаю, я без монтажа оставлю. А в итоге. Каких-то всего 2 или 3 часа монтажа. Всего. Ну ёлопало, что же я получаю? Кстати, режим очень прикольный. Я слышал, что этот режим вроде вышел от разработчиков. То есть разработчики просто продемонстрировали, что можно сделать в их новой системе. Магазин, кстати, я увидел, появился. Они карты. Вот посмотрим. 12 Diamonds. Топ. The Sun. Кстати говоря, да, это может меня спасти. Это может меня спасти, так что за сейвлю. Хаш! Ща! Нет! Это тупо! Не, я, конечно, убью, у меня урон. Областной урон у меня огромный, да. Не зря я так сказал, что это не сложно. Это еще как сложно. Очень даже сложно. Так, давайте я полечусь, пожалуй, все-таки. Я бы еще не успею прожать. Знаете, одна атака всегда попадает мне в одну точку, где у меня какая-то странная броня. Как я там рад, что я взял ту броню, а не заролил ее. Она, скорее всего, бы исчезла.
их не исчезло, я мог просто заролить ее. Все, Хаш умер. Это хорошо. Так, все. Господи, я не знаю, что дальше. Это страшно. Все? Юлон. Блин, прикольно. Не, прикольно очень. Я, кстати, как сказал, минут 10. Так пришло, кстати, не могу еще раз нажать. Мне еще одной нитки дадут. Спасибо, игра. Спасибо. Мы идем снова играть. Опять мы на арена. То есть Гриндейр. Давайте тогда сейчас с хардмодом. С хардмодом. Вот такая вот. Так, значит. Блин, даже не знаю. Давайте возьмем книжечку. Это все-таки ХП. Так. Я не помню, мне половину сердца сносили там или все-таки больше. И вот не помню. Ладно, давайте возьмем вафлю и возьмем хардмод. Вообще не представляю, что делает этот хардмод. Он, скорее всего, отключает там какой-либо дроп с мобов. Это будет очень обидно. Наверняка враги все будут абсолютно до единого чемпионской версии. Так, у нас тут сразу... Стоп, меня... Кстати, я не знаю, баг ли это, но почему-то огненная версия этого моба не спамнит огненные бомбы. Когда вот этот перемещается, это странно. По факту должен. Мне тут пины что ли попались. Чего? Неужели мне подземники попались? Я не. Окей. Так. Эльфин. Ну конечно же хармот. У меня 91 урон! Нормально. Гайсы, 91 урон. Да, я забыл сказать, что там какой-то случился баг. Я не знаю, что там случится. Я говорю то, что там случился какой-то баг, и я не мог играть. Что? What the fuck is it? Я ваншотаю их! Вы понимаете, я ваншотаю их! Да Хаш просто будет насасывать. Еще урона дали. Какой-то странный предмет. Он, видать, юзает рандомные предметы. Так, блин, забыл на одну кнопку нажимать. Так, тут куча монеток. Может сейчас что-нибудь хорошее будет. Два тринки. Ветренький мисс. Ну нет, я не думаю, что это будет прикольно. Кстати, игра, я вижу, что... Блин, зачем я это потратил? Нифига себе, тут нормально так пропнул эффект. Головы таймер. Все, это обтыма, ребята. 180 беда магии. Сука. А, господи, это круто. Можно мне выкинуть предмет этот, что я случайно пробел не нажал? То будет обидно. Почти 200 урона. Чуваки, я вот все время, когда хожу на челленджи, мне очень жестко везет. Вот сейчас, например, я просто какой-то автоимбу собрал. Ну это просто жесть. Goodbye. Так, где? Все. Всех убили. Остался только вот этот чувак. Минус мама. И тут он вдруг ускорился. Серьезно? Мира, ты чё? Все хорошо, да? Комнату вошли. Ангела. Я забыл, что здесь ангела. И ребенок с ним. Так, все, да, все, мы все зачистили. Как игра лагает?
Как игра лагает, когда они умирают? Во-по, как мне это будет? О! О! Кстати, я заметил, у меня урон ушел. Куда у меня урон ушел? Я что-то не понял. Да, ладно, тогда прожмем. Почему бы нет? Тут батарейки нет, тут есть карта. The Sun снова. Я думаю, что мне, в принципе, не пригодится. Давайте прожмем. Я так понимаю, Хаш застрял в текстурах, да? Так, что, все, это у нас получается финальная волна. Так, у нас финальная волна. Вот я выиграл. Нет, я выиграл. Вы что, серьезно? Я выиграл. Так нечестно, я выиграл. Суки. Вот это они гады. Взяли, не подсунули. Мне даже предметов нет. О, жесть. Ладно. Давайте закончим на этом. Обидно, конечно. Сейчас давайте я пытаюсь. Нажму continue. Может появится все-таки кнопочка. Может пройдем снова. За арену. Нет, все. Я выиграл. Значит, спасибо за просмотр. Вот такой получился небольшой выпуск. Скорее всего, я смонтирую так, что почти там не будет времени чего. Но все же. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк, конечно. Если вы хотите смотреть еще больше видео, то есть идите на канал, подписывайтесь на него, конечно. До скорых встреч. Пока.